Ты видишь? Да. Ты видишь? Да, круговая радуга. Да. О, ну-ка. Давай, бей. Это орехи макадамия. И вот так вот. Свежеразбитый орех — это совершенно другой вкус, чем то, что продается в магазине. А, свежий орех похож очень на кокос. В нем есть легкая сладость, в нем нет сочащегося жира. Покажи близенько. Вот так, 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 да. Лучше все, конечно, по-моему, разрезать вот так. Несколько опасно. Несколько, а очень опасно. Вообще, наверное, есть какая-то техника правильного нарезания. Но зато меньше все теряется. Был пляж и не стало пляжа. Thank you.
всякие деталюшечки красивые. Доброе утро. Заходишь под крону Племирии, и там такой одуряющий аромат. Темно-темно-красные цветы. Хвостик подсох и отвалился. О, и у этого. О, и отвалился. Значит, можно есть. А эти вот уже 2 дня. И на одну суху. Ага. А вот у нас свежесорванные, которые станут через полторы недели. Полторы. Вот такими же. А это кики. У него легко вынимается косточка из мякоти. Вот он такой мягкий. Вот. Утренний тост.
как они растут вдоль дороги. И вот совершенно очаровательно оплели явно поломанное дерево. И я даже вижу вверху плод. Цветы хоть и желтые, но сам плод красный. Вот оно. Это уже плод из цветка. Вообще питая, он же драгонфрут. Это то, из чего потом получится сочный и прекрасный плод. И внутри копошатся пчелы, копошатся трудяжечки. Мы в парке доктора Флеминга. Это трейл, усеянный, усыпанный питаями, находится прямо у въезда на парковку. Это волшебно. Красота такая. И ведь же это все созреет. И люди будут собирать эти плоды, которые... деталей, это то, что... Нет, ты напомни, помнишь, что это сладкие или шоколадки? Спасибо. Ну как, холодная вода? Нет, кипяток. Кипяток? Ледяная вода, рекомендую. Да? Ни одному же тебе страдать, да? Все угольки рассохнутся. Это надо снять. Я видео снимаю. Я говорю, такой жизни не было. Работа уже нормально. Ну так а зачем тебе дно? Все? Я до него не достаю. Да.
давай. Под водопадом. Так, а вот это напротив руки. Да, это баньян. Баньян. Я вас приветствую. Розовая мякоть, а этот будет или белый, или... О, какой тёплый такой.
снова не взобрались на саммит. Второй раз за эту поездку мы останавливаемся ниже. И на этот раз прекрасно видно большой остров. Вот он вплывает в кадр справа. Немножко потрясены его размерами, тем, насколько хорошо его видно, какой он большой. Часть острова, вот эти два пика, хотя удивительно, мне казалось, что есть только два вообще на острове, а вот два других, которые теоретически должны быть больше, должен быть в Маунакее. Проверим по карте. А там есть обсерватория, видна на Маунакее. Ты ее видишь, да? Да, я ее вижу, поэтому больше пик это точно Маунакее. Но вот это вот слева, Маунакея, да? Да, вот это слева Маунакея, там на самой верхушке, если ты присмотришься, есть. Но остается загадкой, что это за пик, который выше самого правого. Это вулкан или вулкан, то, что правее? Проверим. А здесь перед нами кратер Халиакала. Очень красивый слой облаков. Люди ждут закат. Гроздик только один, с белой тяночкой.